Ждем врача. Очень хочу попросить пеленки. Пожалуйста, присылайте нам пеленки. Пеленок уходит очень много. Нам, конечно, на самом деле, мы на потраченные деньги вот на пеленки могли бы уже вольер построить. Но у меня нету других вариантов. Потому что собаки инвалиды, отжимать приходится на пеленках. На подстилке тоже пеленки. Это пока не обрастет, пока тепло не станет. Хотя бы вторую таблетку Бровекта она не получит. Я ее не смогу на улицу выселить. Сейчас возьмем кровь у Джека на анализ. Биохимию, посмотрим, что там. Ну, дальше, скорее всего, то есть там, что нам ветврач скажет. Возможно, надо будет на УЗИ его свозить. Посмотреть ему брюшину. Постельное белье тоже очень нужно. У нас вообще ничего нету. Для пальмы какой-то бы лежак плотный. Можно поролон нам передать. Я сама там что-нибудь придумаю. Вот, если у кого-то есть ненужный поролон, только чистый, пожалуйста, все чистое. Пледы, одеяло, потому что вот у Мурзилки она здесь ходит в туалет и бывает мимо пеленок, то есть моча подтекает, и подстилки тоже ей приходится менять. Плюс, конечно, с нее ну, уже не так сыпется, как сыпалось первое время. Но, тем не менее, то есть я стараюсь почаще ей менять подстилки. Вот сейчас, пока я здесь у них прибиралась, она смылась, она уходит вон туда, вон за шкаф, в батарею прячется. Мурзя, уже надо переезжать жить на улицу. Дай. Это вот я вот только зашуршала пакетом с рубцом. Все тут как тут. Конечно, тебе первым, тебе. Все тут как тут, мама, да? На. Живете тут, как Христа за пазухой. Бел, иди сюда. На, Бела. На, Бел. Давай, иди, крокатица. Ой, Джек у нас гурман. Он лапочками двумя все зажал и грызет. На, чудо-юдо. Вкусно тебе? Господи, она ест все подряд. Она все вот ей что не дай. И такое ощущение, она вечно голодная, эта собака. Так, все, хватит.